Помочь детям с серьезными нарушениями зрения – задача всероссийской программы «Здорового зрения». Проект проводится по инициативе компании «Эссилор Луис Оптика». Среди участников благотворительной акции – Динара. Проблемы со зрением у школьницы с детства. Зрение надо беречь, потому что если человек останется слепым, он ничего не увидит. Ему будет, если какие-то люди увидят что-то интересное, то ему будет грустно из-за того, что он не увидит это. У нас врожденная дальнозоркость. Необходима коррекция зрения с помощью очков. Нас пригласили принять участие в акции. Мы очень благодарны, что мы сюда попали. Держи подарки, держи доброглазки. Доброглазка – это символ программы здорового зрения, напоминающий о том, что проверять зрение нужно регулярно, что особенно важно для детей. Важно очень научить детей заботиться о своем здоровье, заботиться о здоровье своих глаз. Заранее пригласили каждого ребенка, проверили каждого ребенка, то есть и выписали каждому рецепт, изготовили индивидуально каждые очки. Давай. Опа. Ну как? Четенько. О, вот глаз. Так это было. Держи доброглазку. Проблемы со зрением у 12-летнего Евгения начались недавно. Это рассказали офтальмологи. Они же помогли мальчику с коррекцией зрения. Мы прошли диагностику и только благодаря акции вот получили свои первые очки. Что мы уже там и бюджет рассчитывали, как бы нам. У нас четверо детей, поэтому для нас тяжеловато рассчитывать на такой большой бюджет. Но что это очень недешевое удовольствие. Такие нужные подарки получили все участники благотворительной акции. Это 35 детей со всей Удмуртии. Вообще любая благотворительная акция в пользу наших детей, она всегда полезна и хороша. В данном случае речь идет о здоровье детей. И компания «Линзочки» проводит такую акцию уже не первый раз. В этом году было обследовано более 50 детей, выписаны очки бесплатно и вручены 35 детям со всей республики. Это дети разного возраста. Сегодня мы провели 50-е юбилейное мероприятие программы «Здоровое зрение», которое называется «Эссилор Кризал». Суть этой программы – дать возможность попробовать качественную оптику тем россиянам, которые особенно в этом нуждаются. Благотворительный проект «Здоровое зрение» от компании «Эссилор Луис Оптика» действует с 2017 года. Акция проводилась уже в 34 российских городах. Помощь получили более 1400 детей из малообеспеченных и многодетных семей. В Ижевске этот проект проводится совместно с сетью салонов оптики «Линзочки» уже во второй раз. Светлана Буланова, Андрей Бусыгин. Новости.